Еще пару лет назад речной вокзал в Рязани выглядел примерно так. Месяц назад открыли новый причал, он выглядел так. А последнюю неделю он выглядит примерно так. Так что же произошло? Долгое время главная Рязанская пристань выглядела так. Но пришло время ее заменить на постоянный причал для пассажирских теплоходов. И в мае 2020 года его построили. Однако возникло несколько проблем. В 2020 году из-за бесснежной зимы практически не было половодья. И 30 мая, вскоре после открытия нового причала, было объявлено об отмене судоходства по Оке в этом году из-за ее обмеления. Но уже через считанные дни объявили, что из-за дождей вода будет прибывать, и через пару дней уровень воды действительно поднялся, стал более-менее нормальным, и новый причал утонул. От него осталась лишь пара верхних ступенек. Как же так получилось, честно не знаю. Грубо говоря, в основном пассажирские суда приходили в Рязань именно в июне. До того уровень воды был ниже обычного, а после дождей, то бишь сейчас, логично, этот уровень поднялся, и пристань затопила. Вот так вот. А вот и, собственно, берегоукрепительное причальное сооружение. С высотой 2,5 метра. Собственно, пристань где-то здесь.